Всем привет, друзья! Почему я назвал видеоролик «Золотая жила»? Да, смотрите обязательно до конца, и вы поймете, что здесь очень хорошие деньги можно зарабатывать и на постоянной основе. Итак, начнем. Проект Smart Level Evolution, да? Я о нем уже снимал видеоролики. Почему я хочу рассказать? Потому что у меня одна из больших команд, 568 человек всего, у Володи 1100 с чем-то человек, можно сказать, половина проекта у нас у двух команды, да, поэтому людям надо делать разъяснения, рассказывать, показывать и так далее. Давайте начнем с первой кнопки и полностью с маркетинга, что здесь и как. Смотрите, друзья. Первая кнопка – это центр управления, это вот эта вот страница. На этой странице у вас находится ваша реферальная ссылка, пополнить баланс, начать серфинг и синие квадратики. Начинаем разбирать с первого. Серфинг сегодня это 50 на кто смотрит на пакете free 50 и кто смотрит на пакете 5 долларов. Ему дается 50 реклам в день, он должен просмотреть и идет таймер. Но кто смотрит на пакете free, ему не идут токены SSE. Ему идут только начисляются кредиты, за которые он может давать свою рекламу. Это раз. Во-вторых, ему не идут реферальные. Да, если у него есть партнеры, кто-то в команде купил какой-то пакет, ему не идут реферальные. Он имеет право 60 дней просматривать видео рекламы. И через 60 дней он зарабатывает 5 долларов, покупает себе пакет. Но с пакета, который покупается на бесплатной основе за 60 дней, если у вас есть партнеры, вы тоже с них не получаете реферальные начисления. Реферальные начисления получаются только с людей, которые забросят сюда свои деньги. Деньги можно забросить сюда разными способами и просматривать рекламы и получать за это токен SSE. Если же посмотреть по карте дорожной, что смотрим? Третий квартал. Тестовых дополнительных бонусных модулей, рекламный двоитель и листинг токенов SSE на децентрализованной бирже. То есть в третьем квартале уже выйдут у нас токены на биржу. Мы сможем их продать, мы сможем их обменять и так далее. И заработали токены, вернули свои вложения, купили еще пакет и так далее. Да. Дальше. Здесь есть баланс. Основной баланс, бонусный баланс и токены SSE. Токены SSE начисляются тем людям, которые просматривают рекламу и у которых есть купленный пакет. Они получают кредиты на просмотр рекламы, на подавание рекламы, скажем так. И получают токены SSE, которые в будущем смогут продать. И есть основной баланс, на который у вас идет партнерские начисления от покупки пакета вашими партнерами. Если посмотреть по таблице видим, что доход с первого уровня на 5 долларов 0,5, со второго 1,5, с третьего 1, 0,8 и так далее. Но если у вас партнер покупает за 10 долларов, вы не получаете ничего, потому что у вас пакет ниже. То есть, если у вас пакет там за 20, а у вас за 10, он покупает за 20, вы тоже ничего не получаете. Поэтому здесь выгодно покупать пакеты большие и получать. Также здесь просмотр рекламы идет. Так, где у нас просмотр рекламы? Вот видно, да? У кого пакет за 130 реклам просматривает, и токены идут 0,8 токена, идет рефералка, да? 50, 35, 20, 40, 10 и так далее. Дальше. Идем дальше. Пополнить баланс. Пополнить баланс, нажимаем на эту кнопочку, и можно пополнить автоматически с Perfect Money, или же пополнить мы можем на вот эти вот адреса через Pair, через Bitcoin, ERS, BEP, DATS, TRS, ERS и так далее. И мы можем отослать свой хэштег в поддержку, вот центр поддержки, то, что вы сделали оплату, и вам начислят пакеты. Так, это мы уже прошли. Идем дальше. Следующее. Начать серфинг. Это серфинг, как мы просматриваем видеоролик, там выбираем картинки. Давайте одну рекламу просмотрим, да? Вот, мы нажимаем начать серфинг, нам открывается рекламный сайт, мы его смотрим, у нас идет таймер,
И после этого таймера мы выбираем картинки, которые две картинки совпадают, мы нажимаем на одну из них, и нам идет зачет. То есть мы просмотрели один рекламный сайт. И за это нам начисляют токены. Вот две картинки одинаковые. Здесь какие? Это трубы. Вот на них нажали и нажимаем следующую. Ну, у меня уже 50, вот видно, кредитов 25, токенов 15. Дальше. И вот здесь на таймере уже видно, да, 51 сайт стал. Дальше. Теперь идем основной баланс. Основной баланс, мы идем в финансы, смотрим история. В истории видим, что у меня здесь пополнение баланса было на 9 долларов, приобретение пакета за 5 долларов и показы я заказывал рекламу в серфинге на 4 доллара. Также видно, что реферальное начисление вот с первого уровня идет начисление 50, со второго доллара 50, с четвертого 0,8, 0,8 и с пятого 0,7. С третьего еще начислений не было. Также переходим в токены. В токенах тоже мы видим начисление вот по 0,3, то, что я говорил. Это нам идут партнерские бонусы за 51 просмотр сайта, за 61, за 69. То есть люди просматривают сайты, нам начисляются за это тоже токены. Но если у вас бесплатный пакет, вам ничего не начисляется. Здесь такой сделан маркетинг. Да? Но маркетинг действительно золотая жила, что здесь первая линия не ограничена, хоть миллион человек, вторая, третья и пошло. Да? Можно зарабатывать на партнерских пакетах. Теперь пакет. Пакет работает один месяц. Через месяц нам нужно купить новый пакет и работать дальше. То есть каждый месяц мы покупаем новый пакет. Здесь это все отображено. Где вот это здесь можно прочитать, это просто опуститься на сайте вниз. И внизу на сайте написано о проекте. Нажимаете, открываете и читаете. Вот это вот все здесь показано. Также скоро будет удвоитель. Удвоителя еще нету пока, но удвоитель это очень интересная вещь, друзья, с которой можно будет зарабатывать вообще сумасшедшие деньги. Вам это понравится. Вот здесь вот примеры, да, если примеры. Вы приобрели пакет за 100 долларов, пригласили одного реферала, который приобрел пакет за 20, сумма, которую вы сможете вывести на свой рабочий счет с бонусного равна 10. Вы приобрели пакет за 100, пригласили двух рефералов на пакеты по 50, сумма, которую вы сможете вывести, это 25 плюс 25, 50 и так далее описывается. То есть вот здесь вот на бонусном счете у вас будут еще деньги за личные покупки вашей первой линии, которые вы сможете выводить на основной баланс или же выводить вообще с проекта. Дальше идем. Оплата. Оплату я уже показывал, как делать. История. Историю тоже показывал. Вывод. Вывод средств. Нажимаем. Надо в профиле изменить, вписать кошелек Perfect Money и сделать пин-код. Пин-код это у нас идет вот здесь вот профиль. Открываем профиль, видим, да, и вот здесь пины. Вот, чтобы вам получить пин на почту, нажимаете «Отправить пин», и вам пин-код приходит на почту. Потом, если вы хотите изменить, вы можете его написать здесь, и галочку, и изменить. Ну, и тут на ваша вся информация, кто вас пригласил, серфинг и центр поддержки. И теперь и переходим к рекламе. Реклама. Здесь вы можете добавить серфинг. Это логин ads. Это реклама, которую вы даете, когда человек заходит сразу. Первая реклама на сайте обязательная. Потом здесь баннерная реклама, которая будет выскакивать. Здесь вы покупаете пакеты. Вот. Купить пакеты. И вы выбираете сумму 5 долларов. И у вас видно с баланса. Да, вы когда пополнитесь и нажимаете купить пакет. После этого у вас начинает здесь все работать. То есть сделаем выводы, что в данный момент мы получаем неплохие деньги по рефералке. Вы приглашаете партнеров, получаете по рефералке. Почему сюда выгодно приглашать? Потому что сейчас, в данный момент, мы можем зарабатывать токены SSE, когда они выйдут на биржу, мы сможем их продавать, покупать и так далее. То есть строить свою команду. Да, и почему люди будут покупать пакеты, чтобы зарабатывать эти токены. Кто будет сидеть 2, ну, месяца без, на бесплатном, конечно, он тоже будет зарабатывать, ну, кредиты на показы, как я уже говорил, а потом будет зарабатывать только токены, но не будет зарабатывать по реферальной программе. Поэтому человеку выгодно покупать сразу пакет, зарабатывать сразу токены, зарабатывать сразу по реферальной программе. Также скоро запустится удвоитель и зарабатывать в удвоителе. Это будет вообще хорошее. Хорошие деньги, очень хорошие деньги. То есть этот проект отлично
продуманный маркетинг. Поэтому, друзья, ссылочку оставлю под видео на этот проект. Также мой телеграм. Кому что непонятно, пишите. Кто хочет вступить в группу, опускайтесь вниз. Вот здесь вот есть группы телеграмовские. Вступаете и тоже получаете дополнительную информацию. С вами был Максим Фроман. Здесь работаю в интернете. Подписываемся на канал. Жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новых видеороликов. А постоянно буду делать обзоры на этот проект. Больших нам, друзья, профитов.